Так. Продолжить. Пятого сентября, бюро Асата и Ко. Да, ты опоздал, Рюити. Да, ушла, только не туда, куда нужно. Сестра. Да, кровь. Но тут ничего нету. Да ёпара СТ. Это я уже понял. Так, кабинет. Кто рыдает? Так. Кошмар. Ну да. Нету шефа. Шеф? Ну, это сестра, походу. Оморок? Ну да. Так, осмотреть. Тут уже можно осмотреть, да? Так. Хочу осмотреть. Так, полез. Во как.
Зашибись. Шестое сентября, 9 часов, следственный изолятор, комната посещений. Блин, хорошая девка была.
Подожди, поговорить. Так, и последнее медиум, да? Или подожди, или еще один убийство что-то. Об этом все, теперь медиум, да? Рота Сата. Горную деревню. Так. Записка. Сейчас, ребят, я приду. Вы пока музончик послушайте, сейчас.
А что тут осмотреть можно? Охранник. Так, можно уже сваливать, что ли, отсюда? Ну, сваливаем тогда. Туда, в рот, что ли, сваливать? Погнали в бюро. 6 сентября, бюро Асато и Ко. Полицейскими уликами. Кто это? Итаноко, по-моему. Ага. А. Отлично. Так, показать, да? Так. Записка. Так. Ага, третья честная слукавить, интересно. Первый поворот. Это просто первый поворот. Ага. Интересно. Так. И чё? Подожди. Ответьте честно. Так, проверить. Так, Мия, как дела? Честно говоря, позвонила там тебе опять. И что же ты на этот раз мне передаешь? Отлично. А дальше что? Поговорить? Ну да, типа результаты нужны.
Катанара. И что? Ну да. Мини-макуси. Катанара, ну чё на катанаре скажет? Рейзи Катанара? Ну да. Так, ну вроде все. Так, что тут можно осмотреть? Плакат. Это что, цветок, что ли? Что еще? Телефон или что? Или лампу можно светить? Документы. Походу все, да? Так. Смысл? Отель или что? Какую новую локацию? Ни хера не понимаю. А, ну да, я так и думал, отель походу, да? Отель Фукусима, номер 303. Нифига себе. Прикол. Смотреть. Bum 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 bum.
да, хочу с ним можно повзаимодействовать. Так, окей. Ладно. Так, а сохраниться можно? Так, куда нам дальше там завалиться надо? Что это такое? Ага. Ага. Давай, ваш отказ. Так, Мия. Цель. Так, ладно. Так, подожди, картина. Так, уйти, да? Да ё-моё. Изолятор. Шестое сентября, 3:42. Ну. Huh.
поговорить с Майей. Окей, поговорить как поговорить. Блин, музыка классная. Хрен ты переключил. Сестрой. Так, твоя мать. Подожди. Откуда я знаю, стать или не стать ее адвокатом? Окей, мы с ней поговорили вроде бы, да? Так, нам надо вот это. Да пиздуй. Да яма тот самый, охренеть. Да, все сходится. Да.
Да, сохранить. Третье, что ли, сохранение? Сохранить. Суд. Седьмое сентября, 10 часов, окружной суд, зал суда номер 1. Погнали. Гражданки мои, осады. Ага, теперь Катанара ее осуждает, что ли? Готово, да? Вступительная речь. Ага. А, хорошо. Так, перебить значит Кью, да? Инспектор Итаноко. Так, я планирую сохраниться на расследование, наверное. Так, сейчас, ладно, пусть будет это. Суд. Так, подсудим. Вот, почему свидетель в своих указаниях, а как перебить, подожди.
Так, подожди. А, сначала надо выслушать. Точно. Ага. Серьезно?
Офигеть. Офигеть. Она еще в сознании могла оставаться, офигеть. Показания очевидца. Тихоня. Отлично. Так, сохранить. Так, это значит, когда ее надо? Bye.
Да, показания противоречивых. Показать. Thank you.
жди. Или они поломаны? Так, подожди. Показать мобильный Майя. Обломчик получился, да? Видела раньше. Так, сейчас я подойду, ребят.
шопинге, ага, конечно, офигеть. Так. Это а чё за прикол? Что такое? Так. Как мне выяснить это показать? Так, все на видео, понятно. Так. Так.
Так, отлично, показать часы. Thank you.
В смысле? А что тогда? Блин, вы издеваетесь? Стоп, подожди. А, вот, они не могли говорить, ну. Допустим. Мобильный. Take that!
В смысле? Не понял. Но это мы проверили. Это тоже ничего не дает. Коридорный. Блять, а как прослушку-то замутить? Блять, ну сейчас опять возражение, блять, и ничего не это, не предоставишь. Ну серьезно, что за фигня? Thank you.
вышку потом набили, серьезно? Чего она не активируется, нахрена? Ё-моё, чё за фигня? Почему она не работает? Я не могу понять, почему не активируется этот. Почему я не могу показать? Я не понимаю, почему это дело не выигрывается. Вот серьезно. Бред какой. Ничего, серьезно? Так.
А как одновременно показать? Так, телефон. Не могу я дальше показать, да? Абзац. Кстати, почему мы отвертку не могли найти? Подожди, это понятно, показать-то как. Так. И чё, подожди. Так.
прослушка. Да, прослушка. Так, окей, зачем мы ее прослушиваем? Ага. Коридорного в суд. Отказаться, что ли, серьезно? Так, подожди. Ладно, по рукам.
показания свидетеля. Фукусима. 8 9. Принес ее заказ. Ага. Точно в 9. Того. Подожди. Регистрация в компромате. А какие материалы были? Так, а что ж тогда сохранить? 5-й? Блин, мы выиграем это дело или проебем? Блять. Так. Уборка кровати, регистрация. Она с кем-то была? Ха-ха-ха.
Ну да, на двоих, мы же бокальчики видели. Постоялец. Так, подожди-ка. Так, пятый. Сохранение. Точнее, пятое. Второй постоялец. Наша честь. Интересное было дело. До завтра. Седьмое сентября, 2:24. Зала ожидания. О, она нас видит, смотрела на нас. На какого поклонника? Прикольная атмосфера. Зацепка. Ну да, мужчина госпожи Магуси. Продолжение следует. Замечательно. Да, сохранить. Так. День 2. Суд. Может, и прошли. Ну, вроде бы как еще не проиграли. Так, можно, в принципе, 2 сохранения сделать. Сентября, 3:11, изолятор, комната посещений.
Томине, да? Так. Это получается почти... Угу. Почти. Так. Я сейчас, наверное, на этом сохранюсь. Наверное, на пятом слоте. Так, ну в принципе, о чем мы узнали? Вот эта девка фигурирует в этом деле. Непонятно почему. Мы это обязательно узнаем. Какой-то второй фигурант. Короче, о чем мы узнали? В момент убийства нашей подруги Мии Мисато, или как ее там звали, короче. Ее кто-то долбанул. На месте оказалась ее сестра, которая подозревает, что она убила. Эта девка Мини якобы видела с окна. Она все прослушала, видела момент убийства. Но она прослушала неспроста. Она с кем-то бухала шампусик. И мы должны узнать, кто это. То есть кто-то, во-первых, наблюдал за убийством. Убийца сделал. Вот, это все контролировали, со стороны наблюдали. Короче, это интересно, но, как говорится, мы это все узнаем скоро. Вот, интересно, прикольно. А всем спасибо за внимание. С вами был Казуку Фэмили. Ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, приглашать друзей. Пока что игрушка мне нравится, да, много болтовни, улики, расследования, ну... Сюжет интригует, и это неспроста. Очень, как сказать, популярная игрушка в Японии. А всем спасибо за внимание, всем до новых встреч, всем всего хорошего, всем тепла и добра, всем пока-пока!